что в Ялте прикольно? Да просто город и город. Пляж на Олега. Вон туда поехал прямо. Ну он прямо, да. Пляж налево. Проезд по дорогу в Ялту прямо. Mm. Это же тоже рейсовый авто туда Ялту, скорее всего. Рейсовый автобус. Это смс-ка просто, я слышу. А мне сумка на полу вообще. Мало. От избытка впечатления упала на пол? Нет, от страха. Дельфин 2001. Здесь всякие эти, летом туристические эти карусы и подобного размера автобусы прикольно ездят по этим дорогам. Вряд ли там и некуда. Наруб какая-то идет там, а по-моему она на троллейбусную выходит, та, которая направо. А там она перекрыта красными ниточками. А. Туда нельзя? Готовьтесь прибыть в промежуточный пункт через 800 метров. Ты готов? Да. Всегда готов. Вон вниз какая-то дорога. Море. Ну это все тупиковое, все по всему к морю. Просто съест все. Хорошо, здесь машинков мало, правда? Да, туристических автобусов. Вообще. Действительно, машинки здесь раритетные ездят. Ведь бегают и довольно шустро, кстати. Промежуточный пункт через 300 метров. Кузов не гниет. Да, соль тут убывает, конечно.